Заливать какую-то музыку, какое-то поздравление, дизайн открытки. С днем рождения поздравляем! Вот на этом канале можно посмотреть мастер-класс по созданию открытки с голосовым поздравлением на день рождения. Если вам интересно, как это красиво, творчески оформить, как это все сделать с нуля и до отличного результата, то переходите, здесь будет подсказка в правом верхнем углу, либо будет ссылка в описании под видео. Здравствуйте! Как создать QR-код с поздравлением? 23 февраля, 8 марта, с днем рождения и так далее. Любое поздравление. Давайте начнем с того, что же такое QR-код. Это двухмерный штрих-код, который предоставляет ее информацию для быстрого распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. То есть достаточно QR-коду поднести мобильный телефон, включить на этом телефоне режим камеры, и после этого появится то сообщение, та информация, которая зашифрована с помощью штрих-кода. Если же по каким-то причинам старый смартфон, старой модели, либо еще какие-то причины, но на смартфоне QR-код не считывается, то тогда можно установить бесплатный сканер, например, от лаборатории Касперского. Это, соответственно, будет бесплатный сканер еще и со встроенным антивирусом. И тогда с помощью этого приложения бесплатного сканера можно будет прочитать сканер на своем смартфоне. Как же можно создать QR-код и как его прочитать? Ну, для этого можно воспользоваться просто онлайн-приложением, можно ничего не устанавливать на свое устройство. Допустим, здесь можно набрать в поисковике QR-код, как его создать, как его прочитать. Можно найти подходящий вариант. Я выбрала вот такой QR-код, который позволяет создать этот код и распознать его на любом устройстве. Как видите, здесь предлагается либо ввести текст для создания QR-кода, можно либо создать еще QR-код визитки. Но для этого нужно будет заполнить все эти поля и потом нажать «Создать QR-код». Но мы не будем создавать обычную визитку, мы будем создавать поздравление с помощью простого QR-кода. Итак, здесь нам нужно ввести текст поздравления. Текст я подготовила, допустим, пусть будет короткий текст. И вставляю этот текст сюда. Можно выбрать размер кода, он будет либо маленький, либо большой. Совсем можно тут задать свой размер, но я думаю, что хватит, вот, допустим, предлагаемого здесь 4 размера. Цвет фона, кстати, можно выбрать, цвет кода, все это можно сделать. Оставим все как есть по умолчанию, нажимаю на зеленую кнопку «Создать QR-код». Итак, вот у меня появился QR-код. Можно его распечатать, можно его сохранить. Давайте я нажму «Сохранить этот QR-код». Так, здесь предлагается какое-то мне... Хорошо, пусть будет название, я название менять не буду. Нажму просто «Сохранить». Итак, у меня теперь есть QR-код. Что дальше я с этим QR-кодом могу делать? Я могу его отправить, допустим, в социальную сеть. Здесь вот у меня сообщество «Компьютерная грамотность» с Надеждой. Допустим, я сейчас его, этот QR-код, сюда хочу отправить. Нажимаю здесь «Фотография вставить». Загружаю фотографию, вот, которую мы сделали. И, собственно говоря, осталось только нажать кнопку «Опубликовать». Здесь можно еще какое-то пояснение написать. Ну, я сейчас здесь публиковать этого пока не буду. А давайте лучше посмотрим, как этот нам QR-код теперь прочитать. То есть вот мы его создали, а допустим, как его распознать? Распознать QR-код. Здесь предлагается распознать с помощью загрузить свой файл. Я загружаю свой файл.
Нажимаю «Открыть». И вот QR-код успешно распознан. То, что я шифровала здесь у себя вот в этом сообщении, то вот здесь как раз и прочиталось. Вот таким образом можно создавать QR-код, таким образом можно его прочитать, можно с поздравлением сделать QR-код. Спасибо за внимание. В сегодняшнем занятии поговорим о понятии размерности для процессов и о явлении и конструкторских решениях изменения размерности для объектов. Исторически эта модель точка, линия, плоскость, объем возникла в 1972-73 году. Ее предложил Владимир Михайлович Петров, ученик Генриха Саулыча Альтшулера. И короткое пояснение заключается в том, что вы можете увидеть в левой нижней части этого слайда средства для ухода за полостью рта. Точка – это зубочистка, линия – это зубная нить, плоскость – это зубная щетка, а объем – это и эликсир для зубов, или какие-то полевые системы обработки десен и поверхности зубов. Эта модель вошла и в известный софт компании Invention Machine Tech Optimizer, а затем Goldfire разных версий. А в левом верхнем углу вы видите программу обучения наших роботов для того, чтобы они умели распознавать размерности при поиске подходящих прототипов в наших многочисленных базах данных. Красными кружочками обозначены номера приемов, которые вы уже, наверное, изучали в нашем базовом курсе, который есть в компании Кайдзен-центр города Пермь. Продемонстрируем, проиллюстрируем это несколькими наборами анимированных картинок. Вы видите, что здесь размерность процесса относительно операций с веществом. Молоток, шило, сверло – это точка. Линия – это резание ножом с помощью поступательного движения, резание ножом с помощью вращательного движения. Удаление воды. Рассмотрим плоскость. Да? Значит, вы видите волки стиральные машины 60-х годов. Или вы увидите удаление загрязнений липким роликом. Или вы видите вариант конструкции так называемой щековой дробилки, которая может превращать вещества. И объем. Значит, дробилка конусная, с эксцентриками, та же самая мясорубка или измельчитель пищевых отходов. Пример из металлургических
задач. Но опять-таки вы видите, речь идет о превращении, об операциях с веществами. Точка сверло, линия может реализовываться и водяной резкой, и лазерной резкой, и абразивной резкой. Плоскость может быть представлена в виде молотов. И объем, вот вы видите, навивание пружины на штифт. Или другой вариант – это процессы нагревания. Да? Можно сделать точечный нагрев, можно сделать линейный нагрев. Линейный нагрев за счет сопротивления провода. Можно сделать линейный нагрев и за счет лазерной резки. Можно резать нагретой проволокой. Объем можно нагревать магнетронным излучением. Можно нагревать и спиралью. И вы видите разбор этого набора примеров с точки зрения построения спектров всех приемов, которые здесь обнаружены в процессе анализа. Перейдем к тому, что называется изменение размерности объектов. Я думаю, что из детства вам известны такие замечательные книжки, в которой вы открываете книжку, а там возникает какой-то объемный объект. Ну и вы видите, что объекты эти могут иметь самую-самую разнообразную конструкцию, иногда очень даже сложную. Ну, тем не менее, это все реализуемо. Это можно даже самому сделать руками. И вы видите, какие удивительные и причудливые фигуры можно создавать с помощью такого подхода. Надо сказать, что когда мы говорим о изменении размерности объектов, мы говорим о частном случае реализации тренда динамизации. И внизу вы видите диаграмму, которая описывает тренд динамизации, о которых вы уже знаете из наших других уроков. Посмотрите, как этот процесс может реализовываться, как это явление может реализовываться, изменение размерности от плоского к объемному, может реализовываться в области палаток. Thank you.
Mm-hmm.